С момента утверждения проекта «Октагай» советом директоров прошел год. За это время на этом одном из крупнейших неразработанных месторождений в мире сделано немало. Начались земляные и фундаментные работы на территории завода, кучного выщелачивания и обогатительной фабрики. Ведется приобретение основного оборудования. Запущена подстанция для обеспечения площадки электричеством. Началось строительство вахтового поселка. По графику в 2014 году здесь завершится строительство завода кучного выщелачивания. В 2015 году начнется производство меди из окисленной руды, а через год из сульфидной руды. Уникальность проекта заключается в том, что здесь заложено очень большое количество меди, порядка 5 миллионов тонн, но содержание меди в руде достаточно низкое, всего лишь 0,33%. Поэтому это месторождение до сегодняшнего времени не разрабатывалось, поскольку себестоимость производства этой меди при использовании традиционных технологий было очень высокое. Сейчас здесь будет применяться технология, которая ранее на постсоветском пространстве никогда не применялась. Оборудование будет самым крупным среди используемого в мире. Для операционной деятельности на проекте будут привлекаться собственные сотрудники группы «Казахмыс», изъявившие желание присоединиться к команде «Октагая» и прошедшие специальный отбор. На «Октагае» будут работать примерно 1500 специалистов.